дурдом в Санта-Барбаре. Привожу надпись для глупых. Санта-Барбара, Калифорния, 1979 год. О, блядь, два козла идут. Здорово, козлы. А что у нас сейчас на обед? У нас макароны. О, трубы глотать будем. Давай лучше выпьем. Давай, а за что выпить будем? Чтоб хуй стоял и деньги были. Нет, выпьем за то, чтобы я стал президентом Америки. Я очень давно мечтаю об этом. Даже снится мне это все. Да, это его письмо, да. Чё там? Да так, Санта-Клаус пишет. Ой. Извини, пора мне. Да, иди валяй отсюда. Слышь, тёлка. А правда говорят, что у тебя под юбкой хуй. Давай-давай! Тюрьма «Сам Кретин». Июль, 30-й день, 1984 год. Давай-давай! Вот так! Молодец, бля! Будешь таким, как я. Это кто там? Да это там такой. Да, хорошо подтягивается. Надо смотреть. Да. Очень хорошо. Самый сильный человек здесь. Так, чё на жопу, разойдитесь нахуй. Так, и ты, блядь. Так, уйди нахуй отсюда. Слышь, ты чморик. Тебя из тюрьмы выпустят скоро, если ты в жопу мне дашься, понял? Ну как, дашься мне или нет? Да. Ну я так и знал, что захочешь меня. Молодец, поздравляю. Ладно, молодец. Я знаю, что ты гомик, но все-таки молодец. Ну чё, молодец, парень. Держи руку. Санта-Барбара, Калифорния. 30 июля 1984 года. Да. Как тебе моя сестра, понравилась? Да, очень хорошая лесбияночка. Да, я знала, что тебе понравится она. О, пиво. Извините. Извините. Что тебе надо? Не, ему ничего не надо, он принес тебе пиво. Да, извините. Ты куда? Так, иди сюда. У тебя под юбкой пизда есть. Папа, тебе чё надо-то, блядь?
Ты в курсе, что Джо Поркерс освободился? Нет, не знаю. А что, как это? Так вот. А как он освободился? Вот так вот. В жопу всем дался. Да. И охране, и начальнику. И они его за это выпустили. Ну, надо его опять засадить. Ты понимаешь меня или нет? Ну, я понимаю. Да, статья, там, как это называется, про голубых. Где голубые. Да. Зря он, конечно, вышел. Да, мы его опять посадим. Да, блин. Вот уродина, а. Хотел, чтобы пожизненно. Нет, не получается никак. Почему? Почему так вот получается-то? Да, очень жалко, конечно. Сын погиб из-за него. Ублюдок ебаный, блядь. Очень хороший парень был. Да, помню. Когда он маленький был. Поссал мне прям на стол. Я его простил за это. А когда был постарше, лет 13, на стол насрал меня. Да, хорошие шутки у него были. Мне тоже они нравились очень сильно. Да, вот дело было. Держись, сынок, держись. Надо как-нибудь посадить его опять, заново. Слушай, парень, тебе очень приятная попка. Мне очень она понравилась. Если что, приходи ко мне обратно. Я тебя так уделаю. Я в следующий раз шары закатаю туда. Ладно, идет? Да-да-да, идет. Да. Что еще? Короче, я очень хороший. Да, я знаю, что у меня очень хороший. Поэтому тебя зовут на работу. Будешь девушкой работать здесь. Ну, если ты, конечно, захочешь. Санту-Барбару не появляйся, все уже знают. Так, я понял, что тебе похеру все. Иди ты. Ладно, я пойду. Ну ладно. Пока. Давай, ты свободен. Ну как что, заходи. Рад тебя обслуживать. Нет.